Закон о государственной границе нужно переписать. Об этом заявляют депутаты сразу нескольких фракций парламента. Говорят, нынешний документ – ровесник независимости Украины. Учитывая события в Крыму и на Донбассе, он устарел. Перед тем, как предлагать изменения, нардепы решили посмотреть на ситуацию в приграничных областях. Сегодня были в Бердянске, и все подробности в нашем материале. Проехав за последние несколько дней весь приграничный участок с неподконтрольными территориями в Луганской и Донецкой областях, депутатский десант сегодня прибыл в Бердянск. Первым делом встреча с местными пограничниками. Ничего иного не придумали, как этот час депутатских каникул потратить на з'ясування ситуации, которая находится на кордоне, для того, чтобы выявить комплексные изменения, которые потрібні. Для того, чтобы покращити. Зона ответственности бердянских пограничников – Запорожская и Херсонская области. Это больше 1000 километров как на суше, так и на море. Что происходит на границе, видно вот на этих мониторах. Здесь и акватория Азовского моря, и пропускной пункт Ченгар. Скоро, говорят военные, там установят новые камеры наблюдения. Мы сейчас выходим из расположения, шукаем какие-то камеры, чтобы не глушились. Тому... За рахунок відеоспостереження ми дуже багато чого бачимо. Ми фіксуємо ці всі злочини, які робляться. Окупанти на тій стороні. Основной приоритет, по мнению нардепов, безопасность границы. Зрозуміло, що тут де море. Ми не побачимо сітки рабіці, ми не побачимо тут вала з розумілих причин. Але тут потрібна додаткова увага в інших. Тобто нам треба зрозуміти, скільки кораблів є, чи достатньо цих кораблів для того, щоб в час Х дати відсіч ворогу. Ознакомившись з роботою бердянських пограничників, завтра депутати відправляться к їх колегам в Херсонську область. Затем буде Николаївська і Одеська. Тамошніх місцевих избранников Верховну Раду приглашають присоединиться к депутатським канікулам. Ітогом роботи стануть змінення в закон о государственной границе, который приймався ще в 1991 году. Їх внесуть на рассмотрение в Раду уже этой осенью. Даниил Снисар, Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер, Запорожская область.